В Ульяновске прошло заседание Комитета по бюджетным проектировкам на 2020 год. Главная тема встречи – формирование проекта доходной части бюджета. Работы по документу начались еще в мае. Уже на сегодняшний день подготовлен реестр расходных обязательств, который направлен в Минфин Российской Федерации. И на основании этого реестра будет формироваться дотация нам, Ульяновской области, из Минфина России. Кроме того, конечно, проведена большая работа с главным распределителем бюджетных средств. Подготовлены государственные задания для бюджета. И автономных учреждений. По предварительным данным, сумма просчитанных доходов на 2020 год составляет 48,8 миллиардов рублей. Это на 4,5 миллиарда больше первоначально утвержденных доходов 2019 года. Главным в бюджетной политике региона останется повышение уровня жизни и благосостояния населения. Все, что я говорю о благосостоянии населения, о повышении уровня жизни, о повышении инвестиционной привлекательности серьезных ресурсов. И эти ресурсы есть и внутри Ульяновской области. И не только за счет сокращения и оптимизации органов власти, но и за счет того, что, так сказать, мы обращали все с вами внимание на то, что у нас под ногами. У нас под ногами почти там под 40% теневого сектора экономики. Глава региона поставил задачу рассмотреть вопрос создания программы управления государственной собственностью на следующий год. Бесхозные постройки планируют передать в нужные руки. Либо продать, либо передать в использование бизнесу или на социальные нужды. Также всем отраслям поставлена задача рассмотреть вопрос координации региональных программ с мероприятиями нацпроектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.